Любовь это такая, когда вот приходишь друг к другу, ходишь-бродишь, потом вот видишь какого-то красивого человека, сердце подумает, а потом флип, и все, влюбилась в какого-то человечка. Ну, например, вот в мужа себе. А говоришь ему: «Ой, я тебе нравлюсь, ты хочешь сам на мне пожениться?» Если он говорит: «Да, я хочу», тогда берешь его себе. А если он говорит: «Нет, пожалуй, я не хочу», тогда он не хочет. Тогда и не берешь замуж. Что делаешь дальше? Потом ты рожаешь ребеночка. Без мужа? Он же не взял тебя. Если у тебя есть муж, конечно же, что ты рожаешь ребенка. Ну, но без мужа не рожаешь. А как выбрать хорошего мужа? Выбрать хорошего мужа по прическе можно, по костюму, по сапогам или по деньгам. Почему? Потому что... По деньгам? Да. Если он настолько любит тебя, бери его в мужа. А по деньгам как? У него должно быть много денег? Да. Лиза, уйди. А если у вас нету ничего, так это... Лиза. Если у вас нету мужа, надо просто обратиться к какому-нибудь дяденьке, чтобы он на тебе поженился. Лиза, уйди. А если он меня влюбился. И сердце я притворяюсь, что я его люблю. А зачем? Потому что я уже влюбилась в Даню. А Даня меня не влюбилась. Все. А Рому ты зачем обманываешь? А Рому я обманываю, потому что я люблю Даню. Я не могу ему сказать этого, потому что он на меня обидится. Замуж ты за кого пойдешь? За Даню. А потом что? Я потом буду рожать ребенка. Когда сердце подаст сигнал моему животу, сердце будет делать, чтобы мой... толстенький животик стал, и потом я пойду к доктору, он мне достанет ребеночка, ну, конечно же, мальчика, и потом будут зашивать, а пока будут заботиться о моем ребенке, мне будут зашивать, а потом мне дадут ребенка, когда запеленают, когда мне зашьют животик, потом запеленают ребенка, мне дадут и отправят к мужу. Нужно что-то понимать, потому что парень может бросить тебя. Так что надо его любить своим сердцем и целовать его в щечку, гладить по головке, и играть с ним. А если ты будешь его морочить, что-то делать ему не так, он просто бросит тебя. Так что не надо этого делать. Делайте